Поэтому, мне кажется, это будет интересно и... Все-таки на еду. Два жителя — это два жителя. Нет, все-таки скауты важны. Мне важны. Да ладно! О, нет, я беру. Здорово. О, отлично, на веру. То, что надо. Ну, это моя была. Блин, я, наверное, зря проатаковал. Он, смотрите, меня атакует, я могу его убить. Но тогда меня убьет этот воин. А если не убивать, отходить, то... Блин, меня и... Ой, я тупанул. Мне надо было отойти сюда, это плюс 5, да? И так вот постепенно отходить по лесам. Фак, воины, орлы, серая крыса. Дед, у тебя там справа серая крыса, да? Угу. Притаилась. Каменное лицо, блин. Ну, вьетнамцы, давайте буддистами все-таки будут. Тут надо трудовую дисциплину брать мне. И гурдвару возьму. Так, а почему я туда отправил? Куда это? Серьезно? И сейчас бы так пошел юнит. Вы видели, какой путь для юнита нарисован был? Ну что, я не догоняю этого мудака. Да господи, ну почему ты так ходишь? Ну блин, почему юниты специально, вот этот скаут, он же знает, то есть он знает расположение всех юнитов и специально ходит так, чтобы его невозможно догнать было. Конченые тараканы, вообще ненавижу. Ну, неочевидный союзник здесь дед. Мне его территории не нужны, мне кажется, мои ему тоже не нужны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь городов. Красиво. Классические 7 городов 6 Цивы. Не умирай. Фига себе, он не умер. Ну, как всегда, короче. Не успеваю я. Не дали опять карточку поставить. Блин, ну, наверное. Наверное, вот сюда поставлю. Уже он, они не убирают лес. То есть, если я сюда ставлю тань, то... Слушайте, а там что-то еще вообще за соседство, за каждый соседний район, между прочим. Ну, вообще должно прилично добавить, как мне кажется. Поэтому давайте. Не, 8 всего. Это неприлично. Ой, блин, блин. Да, что по тебе больше не упало? Мне? Блин, там нефти не было. Еле меня одна точка просто такая. Слушай, ну у меня бежит лошадь, видит аэропорт. Это древние, это древние всадники, которые вообще там, знаешь, они вообще уехали из Вьетнама давным-давно и никаких инноваций не видели. Фактом, правильно? Видят самолет. Они просто пришли, поковыряли его. Мы не виноваты, что он... Мы что-то тронули, а оно сломалось. Вообще непонятно. Чё? Ты тут? Да. Таймер поставь, чё не отзываешься? Потому что я лежу. Что ты там лежишь? Брось слезать, ставь таймер. Хорошо. Да, я захватываю канадца. Ну, где 6 человек, кидающие войну? Вьетнам. Вьетнам улетает. Ну, я в отличие от вас космопорты не строю. Я строю человекоподобных роботов. Вот и нет. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Византийская империя пала намного позже, чем реально. На 400 лет позже, чем... Даже на 350. Так что Атинио сражался до последнего. Мальчик. Правда, в истории она пала из-за турок, а не из-за шотландцев. Чуть-чуть промахнулись. А, блин! А где я не проголосовал? Почему я далее не смог? Фак. Короче, у меня рандомно куда-то сейчас... Вот, в общем-то, такое видео и получилось по вашим клипам. Краткое содержание игры «За Вьетнам». Все клипы делали именно зрители, я их просил, они присылали в комментарии. Спасибо Антону Егорову, Артему Долгашу,
Долгодуш. Долгодушу, наверное. Элстеру М78, мистеру Бану, Роману Иванову, Дмитрию К, Юре Варщуку, Соло Виктори, Сергею Воротникову, Энди Кашину, Илье Симоненко и Алексею Кулешу. Стоит ли делать подобное со всеми остальными сериалами, зависит, в общем-то, от ваших комментариев, от ваших лайков. Как вам вот подобное нравится, вот такая короткая, после уже самого сериала, такое послесловие, что ли? Спасибо, что смотрели, спасибо вдвойне тем, кто делал клипы и присылал. Играйте умные игры!